Вот такая посылочка отправится в Московскую область. Это заказ на Боха-браслет. Сейчас я вам покажу, как внутри оно будет выглядеть. Таким образом. Здесь визиточка. И вот, собственно, сам браслет. Так упакован. Вот. Такой интересный. С множеством монеток. С натуральным жемчугом. С лазуритом. С перламутром. Все это таким образом уложено в рядочки. Здесь его можно долго разглядывать. Здесь множество всяких деталей, нюансов. В основном все детали подвижные. Можно регулировать, как вам больше нравится. Здесь есть и звездочки, и вот это бусинки лавовые. Вот такие вот разные бейлы. Завязывается он вот таким образом. То есть на любое запястье он должен подойти. Держится хорошо. Развязывается также аккуратно. Здесь есть стопперы, то есть до конца нитка не вытащится. Сейчас я на руке продемонстрирую. Очень легко его завязать. Оп! Вот таким образом. Вот такой интересный Боха-браслет. Звенит при движении. Очень оригинальные стильные изделия. Можно носить и с джинсами, и с льняными платьями, и с рубашками. Великолепно смотрится в любом возрасте абсолютно. Подходит всем. Снимаю. Просто вот так вот достаточно потянуть. Вот такое прекрасное украшение.